Приветствую вас. Нет, так, конечно, не будет, если вы работаете с психологом и разберетесь, что именно у вас выжило. То есть, да, развод — это травма, да, развод — это тяжело, да, развод — это то, что, ну, всегда воспринимается очень негативно, очень болезненно для, ну, для людей, вот, это так, это правда, и тот факт, что у вас, что вы чувствуете такую вот выжженность, ну, это всего лишь значит, что у вас действительно были чувства к человеку, у вас действительно были эмоции к нему, вы действительно, ну, как-то вот, ну, действительно вам был важен, вот, понимаете, какая штука. Поэтому я думаю, что это нормально. То, что вы чувствуете, то, что вы ощущаете, это нормально. Другой вопрос заключается в том, что с этим, как бы, делать дальше. Потому что если с этим не делать ничего вообще, то, ну, это тогда, да, тогда да, тогда все так может остаться, вот так, как сейчас, все, да. С этим можно что-то сделать, с этим можно что-то сделать. Ну, вот, можно. Тогда все поменяется. То есть вот очень много зависит очень много тут от вас. Понимаете? Какая штука. Вот. Тут очень много зависит от вас. Очень много зависит от того, как вы сами к этому относитесь. Вот часто бывает так, что люди, вот они заняты, да, вот вы заняты, и просто не даете себе возможность разобраться в себе, не даете себе возможность, например, пережить ту боль, которая иногда стоит за этой выжженностью, потому что выжженность — это, ну вот, часто выжженность — это просто защита. То есть человек, он зачастую, ну, он всегда что-то чувствует, он всегда что-то чувствует. Не бывает такого, чтобы человек что-то не чувствовал. Ну, вот. То есть, как бы, такого не бывает. В принципе, такого не бывает. Понимаете? Ну, вот. И если человек, ну, если человек не чувствует ничего, ну, вообще, вот, то это, ну, скорее всего, защита, просто. Вот. Такая вот история. Такой вот момент. Ну, это вот то, что я могу. Это то, что я могу вам ответить.
Все зависит от вас. На самом деле. Все зависит от вас и от того, вот, что вы хотите сами для себя. То есть, если у вас заполнено, грубо говоря, вот весь эмоциональный ресурс у вас заполнен, да, забит, скажем так, что, понятно, ты ничего не радует, потому что, ну а как? Как вас что-то может радовать, да, если у вас все забито, если у вас ресурсы заняты? Это невозможно. Поэтому вот соответственно такая вот история. Понимаете? Ну вот так я, по крайней мере, ситуацию вижу эту. Вот. На этом все. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Буду рад помочь. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что помог вам.